Потасовкой закончилась бизнес-пати вне эфира, организованная холдингом «Бизнес-кейс». Жесткая драка между официантами началась в зале «Джоконда» отеля «Гавань». Во время презентации трех ресурсов – радиолемма, BBC и 8 канала – молодые люди повздорили. И тут же, не дожидаясь окончания вечеринки, пустили в ход руки и ноги. Участники, представители холдинга и рекламодатели не могли понять, что это – бои без правил или оригинальный флешмоб. Группа «Радиобэнд» и ведущий шоу не растерялись и подзвучили драку. Так что же это было? Инцидент или оригинальный элемент шоу? Решайте сами. Смотрим вместе без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юля Рокотская. Увидимся на 8-м. Много чего происходило вот здесь у нас. Много у нас чего происходило. Вот. И будет, скорее всего, происходить на радио... я пойду чуть-чуть в сторону отойду. Мы здесь, ребята, это вечернее шоу быстрого реагирования! Простите!